Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на канале Инста ТВ в студии Марина Генералова. Трейдеры сменили свое отношение к японской валюте в течение вчерашней торговой сессии на фоне отсутствия каких-либо важных макроэкономических событий в Японии. Иена вновь дешевела по отношению к американской валюте. Котировка пары доллар-иена в среду достигла сессионных максимумов, торгуясь чуть выше отметки в 102 иены и 38 сен. Участники рынка в ожидании данных по инфляции, которые будут предоставлены уже завтра утром, распродают иену, предвидя замедление роста потребительских цен. Дополнительное давление валюты страны восходящего солнца испытывает в связи с ожидаемым повышением налога с продаж. К другим азиатским валютам иена также теряет позиции, так иена отступает даже перед сингапурским долларом, несмотря на опубликованный слабый отчет относительно объема производства в Сингапуре. В соответствии с предоставленной вчера информацией, выработка промышленного сектора в январе существенно сократилась до 3,9% с 6,4% в декабре. Аналитики не ожидали столь слабых данных и оптимистично ожидали очередной рост показателя к 6,5%. Ну а на этом у нас пока все. Вернемся с очередным выпуском новостей уже через несколько часов. Оставайтесь с нами.